А тем временем у знаменитой сердитой кошки из Аризоны появился серьезный конкурент в Солт-Лейк-Сити. Напыщенный Альберт, да, за пару месяцев буквально взорвал интернет. На его страничку в Инстаграме уже подписались почти 45 тысяч пользователей. Такую популярность питомцу принесло презрительное и высокомерное выражение морды. Свою кличку кот получил в честь ученого Альберта Эйнштейна. По словам хозяев, взъерошенная шерсть их любимца напоминает прическу знаменитого физика. Впрочем, как и врожденное чувство собственной исключительности.